Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это рубрика «Бесплатные игры». Итак, на прошлом видосе по игре Dream Watcher набралось таки нормальное количество лайков, и это говорит о том, что вам, в принципе, игруха зашла. Ну, значит, мы с вами в этой рубрике попробуем в нее поиграть уже конкретно и попробуем ее пройти. Ну, ставим лайк и погнали! Что ж, мы закончили с вами на том, что долбанули вот эту вот сову, короче, своей палкой, сохранились, прошли через, получается, через вот эту лаву мы перепрыгнули с вами, и нам нужно вон туда, нам нужно книжку, короче, найти, получается, там вот двигать, нужно всякие шкафы, так, окей. Погнали. Надо, короче, понять. Здесь двигать, там двигать. Надо что-то, короче, понять. Надо что-то понять, потому что ничего не понятно. Так, сфера. Вижу сферу. Давай первым делом заберем сферу. Так, как тут? Вот так вот. Окей. Так, отсюда я допрыгну. Так, окей. Забрали сферу. Я не знаю, что это такое, что это дает. Вот, поэтому... А, смотри. Полоса ведет вон туда. Понятно. Мне, короче, нужно передвинуть вот этот вот сундук. Опа. Бумажки. Вот этот сундук передвинуть сюда. А вот этот сундук... Или что это? Шкаф, я не знаю, передвинуть. Сюда. Так, окей. Вот так. Вот так будет. Намного лучше. Все отлично. Короче, я вычитал то, что... А, это хилка, да? Я вычитал то, что игра разрабатывалась студентами какого-то там колледжа, короче. Что-то написано, Book Highlight какой. О, обезьяна. Здорово. По щам, по щам. А вот и книжка. С обезьяной вывалилась книжка. Окей. А, игра сделана группой студентов, поэтому хочу отдать должное студентам, потому что игра довольно сделана вообще добротно. Очень добротно. Единственное, что меня смущает, я уже говорил в прошлом видео, это оптимизация. Периодически она... Игра притормаживает. Так, это я заберу. Окей. Вот и все. В принципе. Прошли очередную комнату. Так, а сохранки нет? Я думал, сохранка будет в каждой комнате после, ну, прохождения той или иной головоломки. Окей, там я вижу шкаф. Там у нас бумажки. Так. Сказал бедняк. Ладно. Это нам пока не нужно. Я понял. Надо, короче, сюда. Поближе, поближе. Не стесняйся. Опа. Вот. А действие происходит в каком-то мире, короче, под названием 3D. Какая-то там метрика. Что-то, короче, не помню. Короче, какой-то там... Короче, какой-то сказочный мир получается. А суть... Получается в том, что это библиотека снов, библиотека сновидений. Мы, получается, ловец сновидений.
Мы играем за одного из агентов ловцов сновидений, короче. Вот. Вот эти книжки, в них хранятся... Как с тобой? А, понятно. Что скажешь? О, Томис! О, Томис! You saved me. Ты спас меня, что-то там. А, дальше я не знаю. Nexus. Nexus это получается вот это вот холл, да, где там до хера всяких созвездий и т.д. и т.п. Вот. Мы играем за ловца сновидений. Суть в том, что, короче, в этих книжках находятся сновидения. Сны там типа людей, что ли, хер знает кого. Вот. Не понимаю, к чему вот эти планеты, там космос, да. Возможно, что... Так. Возможно, что сны, они связаны типа с космосом, там туда-сюда, с космической какой-то силой времени и пространства. Так. А чё я спрыгнул? Чё? Мне надо, в принципе, вон туда. Там дверь. А вон там что? Почему я туда не смог запрыгнуть? Давай еще раз попробуем. Делов-то. Вот. И суть в том, что, короче, сны. Сны как там хаоса какого-то, что ли. Ну, это я все вычитывал. Вычитывал про игру, потому что информации по игре очень мало. Вот. Короче, какие-то сновидения хаоса или что-то такое, короче, типа кошмары, что ли, я так понял. Они сбежали из этих книг, вот. И мы играем за агента, который... Так, а, вон туда еще. Мы играем за агента, который ловит это все. Нам нужно, короче, предотвратить... Так, сфера еще одну взяли. Короче, остановить вот этот хаос, который выбрался на волю. В принципе, там надо было, короче, вот эти штуки выдвинуть. Но я и так допрыгнул. Нормально. Вот. Поймать, короче, загнать обратно в книги. Вот. Установить равновесие в этой библиотеке. Бля, какие картины, да? Вот заморочились, да, люди? Прикольно сделано. Вот. Так, снова обезьяны. А где... Бля, сохранок-то уже давно не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фаерболы тут свои. На тебе по щам. Ах ты падла. Окей. Сохранимся здесь. А в смысле? Опять? А. А, не понял. Пилка. Опять какое-то количество обезьян надо убить или что? Вот. Как-то странно, да, лава? Лава. Лава, лава, лава. На улице облава. Все, заработало. Заработало это... Панелька. Окей. Теперь можно. Хорошо, что мы не мы можем, ну, не можем разбиться. Вот это радует. Без разницы, с какой мы там высоты упали. Так. Вот эти бумажечки надо как-то взять. Ай! В смысле? Телепортанулся? Короче, на лаву, что ли, попадаешь и телепортируешься куда-то, что ли? Плюс у меня хилка истратилась. Так. Окей. Вы не смотрите на то, что я так как-то вот криво камерой управляю, потому что я не привык играть на геймпадах, вот. Но напоминаю, что игра заточена именно под геймпад. На клаве в нее не сыграть.
Возможно, как бы в дальнейшем разрабы добавят. Я думаю, они не забросили игру. Вот, она вроде как в раннем, что ли, доступе, а может и нет. Так, окей. Здесь что-то светится. Я так полагаю, ага, вот ящик, я так полагаю, его надо туда передвинуть. И надо найти, короче, книгу. Я так предполагаю, что книга... А где... А ручку сняли. Кто-то стыбзил ручку. Ну-ка. А как... Что? Ты видел, он пульсировал. А как мне? Ну сюда уже некуда двигать. Только сюда, здесь ручка вот есть. А с этой стороны нет. Странно. Очень даже странно. Погоди, давай здесь еще посмотрим, может... Может... Это вот поможет. Может, это поможет? Нет, здесь, смотри, поехало все. Шло-поехало. Книжка. Возможно, мы еще сюда вернемся. Потому что как-то вот сюда вот надо пихнуть вот этот ящик, я думаю. Потому что там подсвечивается вот такими вот светлячками. И здесь. Окей, ладно. Зенит. Солнце в зените. Созвездие. Комната со созвездиями опять. Так, интер. Ага. Переход на другую локацию, что ли? Эту локацию мы прошли. Ну, не... мы прошли... Наверное, прошли, но... Зенит. Архив. Мы были в архивах. Но... Мы там не все закончили. Я так думаю, что мы туда вернемся. Смотри, и эту хрень тоже нам не передвинуть. Ее... Как бы, если логически подумать, ее надо вот сюда запендюлить. Так, надо понять. Ага, сфера. Там прыжки. Здесь платформа. А куда мне надо вообще? Вон еще. А, мне туда вот наверх надо. Окей, кстати, интересно, а сохранилась игра-то? По этим лестницам мы так и не можем, да, бегать, прыгать. Так, а здесь что? Здесь у нас бумажки. Ладно. Я так предполагаю, мы все равно будем возвращаться в эти места. Потому что некоторые головоломки... Мы не можем решить почему-то. Я так предполагаю, еще рано. Вот. Так, окей. Бляха. Пока осматривался, прозевал платформу. О, смотри, что я там пропустил. Ну-ка я сюда еще сейчас загляну. Бумажки. Нам нужно больше бумажек. Нам нужно больше бумажек. Окей. В принципе, вот вкратце я рассказал, да, вот сюжет. Ну, это, в принципе, то, что я понял из вычитанного. Я еще поищу информацию, как бы, по игре. И попробую озвучить то, что найду. Так, окей. Попробую озвучить то, что найду. Вот, в этих летсплеях. Окей. Так, хилка у нас целая. Интересно, а здесь будут какие-нибудь боссы там, знаешь? Как правило, в таких вот всяких платформинах встречаются боссы. О, смотри, ящик опять. Я так, наверное, в этом ящике находятся книги, в которых вот этот хаос находится. Так, что это сделал? А, остановил. А зачем? Если я туда спущусь, что-то нужно будет там сделать. Так. Ай-яй-яй, ай-яй-яй.
Окей. Вот. А, они одна... Смотри, да. О, понятно. Они, короче, это... Равномерно поднимаются и опускаются. Надо вот эту... Оп. На ту вот перепрыгнуть. Ну, слушай, прикольно. Такие забавные такие эти... Головоломочки. Они, в принципе, знаешь, не слишком сложные. А чисто такая вот, знаешь, для расслабонщика. Игра для расслабона. Ну и управление, так скажу вам, иногда бывает не очень отзывчивое. Я вот, допустим, нажал на кнопку, а он, допустим, не прыгнул, или не повернул, или не побежал. Вот. По несколько раз приходится. По несколько раз приходится, короче, это, нажимать. Так. Что здесь имеем? Ну-ка. Дай-ка я здесь сейчас взгляну. Может, секретики какие-нибудь. По любасу здесь какие-нибудь секреты есть. Так, это что? Смотри, уже платформы какие-то стали не... А, это она просто открылась. Понятно. Я думал, какие-то боковые. Ну. Неров... Да, бляха. Неровные поверхности. Ага, ага. Я уж собирался прыгать. Ладно. Так. Надо перелететь, получается. И запрыгнуть. Запрыгнуть вот сюда. Окей. Так, наверху там ни черта. Как мне нравятся эти картины, смотри, они просто классные. Просто классные. О, наконец-то сохранка. Окей. А вот это, знаешь, вот это место, оно... Ой, это что? Куда? Куда пополз? Куда иди? Вот это место, оно, смотри, такое большое и, знаешь, больше смахивает на какую-то арену для битвы с боссом каким-то. Так, мне вот этот, наверное... А, не надо пододвигать, что ли? Я думал, это надо пододвинуть. Ах ты, нифига себе. Это ж лава. А как мне туда? Я смогу... Я допрыгну? Бляха! Вон за дверь меня выкинул. Пшел отсюда. Пшла отсюда просто. Так, может вот это пододвинуть как-то? Опс. Опс. А, ну я запрыгнул немножко по-другому. Так, окей. А как здесь? Вот так. В принципе, можно было это... Смотри, отсчет этих сфер пошел по новой. Одна из четырех. Получается, это новая. Совершенно новая локация. Так, ладно. Дверь. Эй, эй, welcome dream. А, добро пожаловать, агент снов, что ли, да? А, что-то здесь. Понятно. Понятно, что ничего не понятно, короче. Библиотека, что-то написано. Зенит. А я даже не буду заморачиваться, короче, потому что я ни хрена не понимаю. Так, окей, как мне к тебе попасть? Как мне попасть к тебе? Вот эти вот челы, короче, это тоже, получается, какие-то агенты или это... как их? Не охранники снов. Короче, которые охраняют и бдют. Которые бдют сны. Блюдют. Или бдют. Блюдют. Наверное. Сны.
Сторожа. Хранители, во, хранители снов. Во. Это будет более как-то по-русски. Ох ты, нифига, она еще и убирается, ты прикинь. Фига я так вовремя перепрыгнул. Так, погоди, а с той стороны? Я ж там ничего-то не посмотрел. Или там нихера нет? Ладно, будем считать, что там ничего нет. Если что, нам по-любому придется вернуться, потому что нам еще, смотри, вот эти штуки мы не можем с ними взаимодействовать. Нам нужно этого хранителя еще достать. Вот. Короче, нужно спасать вот этих хранителей. Вот к чему я говорил. Вот. Ага. Печатная машинка опять. Вот, видишь, печатная машинка, она печатает, короче, эти, ну, вот сны, да, вот. А вот эта обезьяна, это обезьяна хаоса, видишь? Да, в смысле? Макака. Ух ты, она еще и так может долбануть. Я думал, они только кидают своими фаерболами. А в смысле? А что? А, определенное количество, получается, надо загасить, да? Окей. Три. Окей. В смысле, а сколько? Моя не понимать. Ладно. Может, что-то другое сделать надо? Так. Погоди, мы оттуда пришли, да? Чё-то я немножко не это, не понимать. Ой, ёкерный театр. Я перепрыгнул. Ой, я упал опять на начало. Но эта обезьяна, она будет мешаться. Ух ты, она еще прыгает. Она еще может прыгать. Так, надо хильнуться на... Ой! Ой-ой-ой! Что за баги пошли? Так, вот эту штуку, наверное, можно было... Я фиг знает. Нет, смотри, опять эта платформа, которая... Да, иди. Я не понимаю. Макака. Как мне? Что мне надо сделать, чтобы я смог запрыгнуть туда? Ах ты падла. Ах ты падла макакская. Что мне нужно сделать? Все равно я не понял, что я сделал. Ладно. Так, и куда мне это приведет? Там, а как она бесконечная какая-то? Какая-то бесконечная. Так, окей, ладно, давайте сохранимся. Вот, сохранимся. И на этом, наверное, закончим. Вот, продолжим в следующей серии. Посмотрим, насколько будет набирать лайки. Вам понравится эта игра, эти видосы, будем продолжать. Вот. Ну все. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.